Больше 630 заявлений о банкротстве поступило с начала года в арбитражный суд Камчатки. 594 из них касались жителей региона без статуса предпринимателя, 36 юридических лиц и 3 ИП. Стоит отметить, что за 6 месяцев прошлого года в суд поступило 510 заявлений. Таким образом, рост показателя в отношении граждан без статуса предпринимателя вырос на 30%. Вместе с тем в 2 раза снизилось количество дел в отношении ИП. За первые 6 месяцев арбитражный суд завершил 470 производств о несостоятельности. Это больше, чем в 2 раза превышает показатели 2023 года. Количество дел, по которым завершили реализацию имущества, увеличилось на 3%. Всего с января их было 356. Напомним, цель Института потребительского банкротства – социальная реабилитация человека. Под этим понимается возможность заново выстроить экономические отношения и избавиться от накопившихся обязательств.